Привет, друзья. Посмотрел в сети, информации никакой. Думаю, одному мне что надо. Или информация все-таки закрыта. Ну и так, в общих чертах скажу просто. Мне нужно, чтобы у меня было 100 тысяч подписчиков плюс. Чтоб не каждая собака на меня даже не гавкала, а чтоб косточки собачьи свои приносили. Тогда, конечно, будет информация и вовремя всегда, ну и, соответственно, больше, потому что со мной будет делиться куда больше. Ровно сейчас 40 ночи, я услышал так, 3 выстрела. Один, а потом, через время, второй и третий. Сработали, конечно, все сигнализации на машинах. Этот кошмар, ночь. И потом пропала, ну, буквально почти сразу, мобильная связь. Я так сразу понял, это опять вредят инфраструктуре. Украину русский мир решил оставлять регулярно, без электроснабжения. Ну, в результате, сколько я сегодня покружился, повреждено 2 школы и 3 детских садика. Ну и также же общежитие, там, где живут наши переселенцы. Ведутся ремонтные работы. До конца дня будет электроэнергия восстановлена полностью во всех местах. Ну, конечно же, частичное отключение это не избежать. Ждем воду. Всем пока-пока. И до следующего ролика. Не забываем подписываться на мой канал. Лазовация Украина. И видео поддержать лайком.